Стартовал открытый республиканский турнир по северному многоборью памяти мастера спорта России, заслуженного тренера республики Константина Туприна. Призовой фонд турнира – 200 тысяч рублей. Сегодня проходит северный тройной прыжок и бег по пересеченной местности. Завтра на Зеленом лугу пройдут метание аркана и топора на дальность. Послезавтра запланированы прыжки через нарты. Ну а на прошлой неделе прошли отборочные соревнования по северному многоборью на юбилейные игры Манчары. Ренгринский район лучший, и Намский неплохо выступают, и еще Верхневолюйский. Вот у нас недавно прошли чемпионаты первенства республики Саха-Якутия. Там выиграла команда не Ренгринского района, а второе место заняли Верхневолюйский и третье место Горный Улус. И выявлены вот 16 лучших результатов, лучших спортсменов будут участвовать в финальной части 20-х игр Манчар.